идет время по 5 минут. Можно контактировать, трогать, что хотите, можно снимать. Только не используйте, пожалуйста, вспышку. Все? Сейчас мы... Вчера приехал поезд Победы в Сочи на станцию Олимпийский парк. И мы сегодня пошли посмотреть, что это за поезд. Очень, я считаю, очень повезло посетить его. Собирается экскурсия по 10-12 человек. И рассказывают волонтеры. Прошли в вагон, нам дали наушнички, микрофон, ждем, когда будут рассказывать. Вот такие тач-панели с информацией о самых важных событиях войны. У нас есть всего 4 правила. Первое. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Второе. Старайтесь не задерживаться в проходах. Пусть у всех будет возможность ознакомиться с экспозицией. Третье. Если вам захочется разглядеть поближе экспонаты, мы не против. Только будьте аккуратны. Четвертое. Фотографируйте сколько хотите, но не забывайте выключить вспышку. Вашим гидом будет машинист по имени Лидия. Ее воспоминания – это история войны глазами обычного человека. Чтобы услышать ее голос, просто наденьте наушники вот такой. Переходите в следующий вагон. А сейчас я передаю слово Лидии.
Да, это долг.